Друзья, всем привет! Я Таиса Гонтарь, также известная как Таиса Джасурия. Я профессиональная танцовщица и хореограф стиля Tribal Belly Dance, преподаю этот стиль более 13 лет и являюсь создателем и руководителем танцевального коллектива Джасурия Dance Group. Я записываю это видео на тему моего стейджинга «Приключения в Стамбуле», который пройдет на фестивале Петридава в Каменец-Подольском 23-24 мая. Если вы уже зарегистрировались, я вас приветствую в нашем коллективе и очень вам признательна и жду встречи с вами. Если вы еще раздумываете, то я вас очень приглашаю присоединиться к этому замечательному проекту. Итак, начну с формата и с особенностей формата для фестиваля Петридава. Собственно, стейджинг в большинстве случаев проходит таким образом, что есть преподаватель стейджинга, собирается группа участников, преподаватель вместе с ними разучивает эту хореографию, вместе с ними презентует ее на сцене. Для фестиваля Петридава, поскольку аудитория фестиваля очень большая, есть много участников коллективов, мы решили проэкспериментировать и впервые сделать такой формат, что участниками будут коллективы. Идея состоит в том, что по сути это будет конкурс одного танца. То есть вы регистрируетесь вашими коллективами, и каждый коллектив, он изучает эту хореографию на самом мастер-классе в Каменце. Мы ее шлифуем, оттачиваем, выясняем все нюансы групповых перестроений в вашем коллективе, и каждый коллектив, он презентует это выступление на сцене, и у нас будет для вас кубок, для тех, кто воплотит эту идею лучше всего. То есть именно в Каменце впервые мы проведем этот формат мастер-класса в виде конкурса одного танца. В целом хочу сказать, что такого рода проекты, они несомненно требуют больших усилий, большей подготовки для того, чтобы принять участие, и в то же время они и дают гораздо больше, чем просто мастер-класс, на котором вы приходите, что-то делаете. Это поднимает уже на новый уровень, потому что вам нужно и командную работу проявить для того, чтобы подготовиться, также наработать актерские навыки и, собственно, навык быстрой подготовки для того, чтобы быстро подготовить это выступление и презентовать на сцене. Это очень позитивный опыт, и я жду с нетерпением разделить его с вами. Я расскажу о стилистике, то есть это то, в чем, собственно, я сейчас одета, вот этот вот стиль, который выбран для стейджинга. Пышная юбка любая, может быть, топ, диадема. Моя выглядит вот так. Я расскажу о сюжете, потому что этот стейджинг, он будет не просто танец, это будет целая история, сюжет с актерскими элементами, я расскажу об этом. И образуем у нее за спиной две группы, и теперь уже сплетничаем про нее и строим козни против нее. И также я расскажу, что происходит и в смысле танца, и в смысле групповых взаимодействий, кто как с кем взаимодействует и что делает, куда идет налево-направо. И протанцую. Сходимся все в центр. Так что, друзья, смотрите видео, спрашивайте, что вас интересует, присоединяйтесь. И до скорой встречи в Каменце-Подольском на фестивале Петридава 23-24 мая. Я вас очень-очень всех жду. Целую, люблю, обнимаю. Пока!